Всем привет! Мы еще в Ульяновске. Сейчас собираемся на завтрак. Завтрак с 7 до 10. Сейчас время 9:30. Мы успеваем. План такой. Мы сейчас завтракаем, собираемся и едем в аквапарк. Покажи тапочки. Ну, потому что тапочек было только двое. Вот будильник у меня с работы. Выходим. Что, готовы? Да. Вы не бегите. Доброе утро. Так, бери подносик, выбирай, что будешь. Так, что у нас тут? Овощи. Кашки. Сосиски. Что это? Омлет. Вот я буду омлетик с сосиской. Яйца. И кофе. Чай, кофе. А здесь что, можно что-то погреть? А здесь что-то греть можно вот тут или что это? Знаешь, ты выбираешь. Бери столько, сколько скушаешь, ладно? Я буду омлетик. Смотри, здесь вот такой сырочек. Так, ага. Огурчик будешь? Там сосиски еще и каша есть. Кашу будешь? Кашу будешь. Отлично. Что еще? Ты будешь омлетик будешь? Ты, или ты кашку покушаешь, да? Еще и омлетик? Ты такой голодный, что ли? Вилки-ложки надо не забыть. Тут можно выбрать эспрессо, американо, капучино. Я, наверное, буду американо. Если что, добавлю. Не хочу капучино. А ты будешь что, чай пить? Кофе тоже. Да. Мы выбрали столик около окна. Так, держите. Что-то как-то диваны далеко от стола, да, стоят? Что мы выбрали? Я выбрала сосиску, омлет, овощи, сыр, кофе. Гриша, каша и сосиска. Кирюша что-то понабрал себе. Наггетсы, картошка, сыр, горячий шоколад. У Артема и каша, и омлет. Да. А почему только вот твой кофе, Гриш? А яблоко, а пудинг. А, у тебя еще яблоко и пудинг, точно. Приятного аппетита. Мы выселяемся из номера пораньше. Хотя можно было до 12, наверное, остаться. Мы пораньше идем. Сразу приготовили пакет для аквапарка. Кирюша несет его. От гостиницы Арт Ульяновск ехать до аквапарка 9 минут. Показывает навигатор. Где-то тут недалеко аквапарк, осталось ехать 4 минуты. Тут небольшая застроечка. Генерала Мельникова. Трехэтажные домики. У нас в юбилейном, похоже, есть застройка. Там тоже трехэтажные, по-моему, там такие, да? Ну, похож на юбилейный, да, и дороги, прям как у нас. Кстати, чувствую себя как дома. Ты купаешься в аквапарке? Да, Кирюш, через 5 минут мы будем в аквапарке, Гриш. Твоя мечта сбудется. Какой хороший частный сектор. Домики такие приятные. Можно было тут и пожить. Приятные. Да, приятные. Скучные даже. Напишите в комментариях, какое отличие Дым Дымыч и Дим Димыч. Да, напишите в комментариях. Никто не говорит. Мы нет, мы не подсказываем, Кирюш, пусть сами угадывают. О, аквапарк улет! Ура! Вот он! Аквапарк! Улет! Тут парковка есть? Даже парковки нет. От воды, смотри, нолить какая. А, ух ты, сталактиты, да. Сталактиты прям образуются. Так, я парковочка. Буду с этих кататься. Ну все, можно выключать, я думаю. А смотри, династия. Интересно, это ресторан или гостиница? Уют! Уют! Ну, получается, ты скатываешь. Интересно, это холодно кататься вот по этим горкам или нет? Это, наверное, летний. Космическая дыра, не знаю. Хотя, может, они уже и... Артем в снегу нашел телефон. Он вообще включен, нажми на кнопку среднюю. Нет, нет. Да, а, да, сейчас мы отнесем его в этот, на ресепшн. Стрелочка, вход сюда. Да. Да, давайте быстрее, тут холодно. Сейчас на ресепшн отдадим. Позвон заблокирован там на этом. Я думаю, они отдадут. Давайте скорее, холодно, холодно. В машине уже круг надул. Он большой, хороший такой. Три бассейна,
3 сауны, длина трассы 47 метров. График работы на весенние каникулы с 9 до 22. С 9 до 22. Вот это вход, Кирилл. Ух ты! Какая очередь. Ух, народа, видать, сегодня очень много. Так, прайс-лист. Кому надо, скриньте. До 5 лет дети бесплатно. Так, телефон Артем отдал охране на входе. Лимит времени мы взяли 4 часа. Время начнется, как мы переоденемся и к турникету ручку приложим. Жарко, пойдемте раздеваться. Гриш, пойдем. Гриша, пойдем. Так, еще у нас здесь есть лимит 3000. То есть то, что мы можем кушать, пить, а потом эту сумму оплачиваем на выходе. То есть на 3000 мы можем каждый разгуляться, а потом оплатить. Я уже думала, обрадовалась, что нам подарили по 3000. Оказывается, нет. Я уж обрадовалась. Тут, кстати, есть магазин, можно купить купальник, плавки, если забыли. Сейчас мы Кирюше плавочки посмотрим. Вот шортики, плавочки, почем здесь? Здравствуйте. 1690. Ну, какие детские они. Гриша, стой. Можно сдать вещи, обувь, спасибо. Гардероб. Сегодня сказали не самое большое количество людей, в субботу было больше. В воскресенье поменьше. Теперь не мой косой. Все, идем. Кто будет брать? Круг, а круг вот, а тот круг еще, да. А тут, смотрите, еще две кассы, чтобы там не толпиться. Короче говоря, можно спуститься, и здесь еще две кассы, про которые не все знают, видите? И купить билет. А, тут вход, вот вход. Сюда, входим. Так, мой телефон здесь, так, входим. Все только тут? А вот, вот здесь время началось. Ты пролазишь, давай. Так, да? Да. Вот так время началось у нас. Турникета, да, время начинается? Ага. А, спасибо. Так, проходите в раздевалки. А ты чё? Кирилл, стой. А, мы прям сидели? Да, нет, я не понимаю. В любой свободный шкафчик. Вот, вот заходи сюда. Давайте, ты кто-нибудь с Кирюшей, кто-нибудь... А я вот сюда пойду. Гриш, идем. Иди со мной. А вещи нам дайте наши. Заходи раздеваться. Сюда садись на стульчик. Будем переодеваться. Ух ты, смотрите, семейный тур. Стоимость тура входит. А, это со жильем. Так, купальнички, давайте. Все, мы переодеваемся. Все. Так, готовы? Переодеваемся? Так, смотрите, с этими шкафчиками. Здесь, значит, есть шкафчики. Их очень-очень много. Вот, покажу вам. Вот. Подходите, если моргает синим, значит камера хранения, значит занята. Если не моргает, значит не занята. Вот наши свободные, кладем вещи и потом ключом закрываем шкафчик. Инструкция вот есть тут. Все для нас непонятно. Подожди, а сумку давай уберем. Выход в аквапарк. Та-дам, идем. Примите душ. Женский душевая, туалет. Ага. Гриш, пойдем. Давайте с детьми тогда, я сюда, да? Женская, там мужская, душевая. Ага, все, выходим. Так, нужно пройти через душевую. Дальше стрелочка, аквапарк. Можно помыть ноги. И выходим. Выход сюда. Целый лабиринт, короче. Все, гул начался. Пойду искать своих парней. Мы на месте. Вау, класс. Где мои парни? Надо их теперь искать. Где они? Мужская раздевалка. Где она? Мы с Гришей идем. Здесь все для самых маленьких, короче. Там даже батут есть. Смотри, батутики. Надо закрыть. О, это прям для лялек. Нет, нам туда надо. Это прям совсем для лялек. Ну нет, нам вон туда надо, на корабль. Я покажу вам вид сверху на аквапарк. Вот нам сюда надо. Это прям совсем для крошечек, для маленьких. Ну, большой аквапарк. Вон горки, там горки. Самого маленького.
еще и с кругом. Том с Кириллом пошли на большие горки, а мы с Гришаней тусим на горках для деток. Давай! Тут прям для маленьких, где-то с 2 лет, с 3, наверное. Вот горка. Вот эта осьминожка самая маленькая. Она прям крошечная. Вот она маленькая. Вот, и вот 2 трубы. Большой пиратский корабль. Сейчас по скрипке поднимемся. Давай. А вот здесь уже для всех. Там джакузи, волна. Народу, кстати, не очень много. Я даже не вижу, где Кирилл с Артемом. Вот лялечки. 1, 2, 3. Пошли! Вода, кстати, очень теплая. Давайте. Артём меня поменял, мы с Кирюшей пришли вот сюда поплавать. Тут, наверное, волна должна быть. Тут, наверное, должна быть волна. Ой, а тут холоднее вода, чем в детском бассейне. А вот и началась волна. Бежим на море. Давай, Гришаня. О, а тут уже прохладнее. Всем привет!
Ну, кстати, вода реально теплее. Теплее купаешься. Вроде на улице, а вроде бы... А, и в бассейне. Класс. Так, тут можно перекусить. Сейчас вам покажу, что есть в аквапарке. Суп 97 рублей. Вот цены, кстати, нормальные. Вот подливка из курицы, овощи на пару. Картофельное пюре, шашлычок куриный. Котлеты, наггетсы. Так, тут есть сосиски. Котлета куриная. Курица, рис. Картофельная запеканка с лососем. 140 рублей. Ну, нормальные цены, кстати. Хорошие, адекватные. Можно попить. Компот, компот. Будешь компотик? Нажимай на. Гришин, ты не достанешь. На компотик. Можно пиццу взять, булки. И разные салатики. Вот я, наверное, возьму винегретик. Взяли мы покушать. Пюре, котлетка, рассольник, два салата. Второе, шашлычок и пюре на 826 рублей. Вот покажу вам поближе цены. Все вроде бы по чуть-чуть. Все, можно продолжать идти отдыхать. 4 часа прям очень достаточно. С двумя детьми прям вполне. Хочу вам немного рассказать про большие горки. Очереди совсем небольшие. Кажется, что много людей. На самом деле, прям минуты, ну, минуты 4 стоишь в очереди. Есть горки для детей возрастом 10+, но там еще от роста. Вот у нас Кирилл вот на этой синей катался. На ней можно кататься рост 140, нет, по-моему, 120, 130 и выше ростом. То есть ему 9-8 лет с половиной, но он, значит, за счет роста он может на ней кататься. Это для взрослых горка. И вот это высокие, там тоже уже взрослые, там одевают каски. А еще у каждого есть камера, и там спасатель, который стоит, отправляет, он смотрит по камерам, что человек уже доплыл, вот здесь, например, да, и он только отправляет следующего человека. Это очень безопасно и прям отлично. Не то, что он вниз смотрит, у него прям на камере видно, человек выплыл, ушел, и он запускает следующего. Вот по безопасности 5 баллов здесь. Везде, и даже на детских горках дежурят спасатели. Не, все следят, не просто сидят, а именно следят. Поэтому за это прям 5 баллов аквапарку. Покажу вам немного вид сверху. Получается, вон там мы выплывали на улицу. Здесь под присмотром взрослых можно кататься, либо ну, в бронежилетах маленькие детки, ну там до 5 лет. Потом... Вот там большие горки. Это я вам снимаю с кафе. Вот я нахожусь сейчас на втором этаже. И кафе еще есть на первом. И там вот для совсем маленьких, когда мы только зашли, вон там фонтанчики, ну там прям можно, не знаю, там до годовасиков и так далее. Просто бегают по лужам. Там реально такая лужа с фонтанчиками. Вот, большой аквапарк, относительно новый. Все чистое, свежее, не пошарпанное. Нам понравилась поездка. Я бы сюда еще вернулась. Мы еще оплатили хамам, туда еще не ходили, сейчас пойдем сходим. Называется термозона, 150 рублей с человека дополнительно. Можно оплачивать, можете не идти, тогда минус 150. Ну, в смысле, короче, дополнительно 150 рублей, можете посещать термозону. Кирилл у нас пошел кататься с большой горки, мы скоро будем уезжать, сейчас еще он пару раз скатнется. И мы поедем, да, Гриш? Все, мы переодеваемся. Гриша посушила феном. Смотрите, какой воробышек лохматый. Ждет, пока мама переоденется. Папа, Кирюша. Тут есть фены. Здесь и вот там еще фены. Можно посушить голову. Отдельно кабинки переодеться. Получается, здесь общая раздевалка. То есть вы берете вещи вот здесь в шкафчиках, а переодеваетесь в кабинках, как в этих, примерочных. И сушите голову. И вот там выход. Гриша просто уже режим турбо. Сейчас в машине 10 минут, и он сразу уснет. Кирюш, стой! Посмотри на меня. Посмотри на меня, делай, как я. И ты так посушил. Смотрите, какой автомат. Подгузник для купания можно купить за 100 рублей на разный вес. Чехол для телефона 300 рублей.
Еще водонепроницаемый чехол, расческа, резинка, очки. Купи мне водонепроницаемый. Мы уже все, уходим. Все на выход, и на выходе мы оплатим услуги, которыми пользовались. То, что мы поели, у нас все это на браслете. Сейчас просто приложим и оплатим. Вот тут. Вот касса, тут мы оплачиваем. Держите. Ты свой отдал кинобраслет, да? Все, пойдем, уходим. Сразу фотографии продают, я вот Гришу вижу. Ова. А ты есть, Кирюш? Нет, он тебя фоткал, ты же там был. Он... А, вот тебя с кругом фоткали. Спроси, сколько стоит. Взяли два магнитика, нам сделали скидку. Покажи свой. На память. Ну, хорошо, вы тут получились. Ой, решили вместо коктейля баблгам купить. А, мохито ты купил? Ну все, поехали наверх. Вот вечером уже никого нет. Все, Гриш, пойдем. А вот, кстати, видно аквапарк, мы тоже видели, там, если присмотреться, видно, люди в купальниках ходят. Гриша, поехали, говори рыбкам, пока-пока, рыбки, пойдем. Все, видите, никого нет, все, спокойно, можно выходить. Все, уходим. Туда, кажется, да, наш папа ушел на парковку, будем его догонять. Все, мы уезжаем в Саратов, время 15:31, спасибо городу Ульяновску, нам все понравилось. Аквапарк отличный. Еще приедем обязательно сюда. Покатаемся на горочках. Мы проехали минут 7, и Гриша уснул. Потому что он уже на турборежиме. Нет, на режиме авто был. На автопилоте последние полтора часа. Столько энергии нужно было на бассейн, эти аквагорки, аквадискотеки. Но он счастлив, я думаю. Я думаю, возможно, даже эту поездку запомнит, когда вырастет. Но это не точно. Ну, он прям очень ждал, хотел. Класс. Кирюшка тоже хотел. Все, пока-пока, Ульяновск. До новых встреч. Езжаем в Саратовскую область. Мне вообще кажется, мы обратно быстрее едем, чем туда. Так всегда кажется, что обратно быстрее. Мы почти дома. Привет-привет, Саратовская область. Тут начинается небольшой туман, еще снег. Едем из весны в зиму опять. Мальчишки каблуки марят у нас. Кирюшка с открытым ртом. Такой красивый закат. Едем на закат. Солнышко такое красное-красное, оранжевое. Все, ребята, мы дома. Ура, ура! Время всего лишь 9 часов.
Мы приехали даже пораньше, чем нам обещал навигатор. Нам осталось немножко до дома. Сейчас мы все на месте уже, можно сказать. Осталось прям в родных краях.